Я вам в конце припомню еще один пост. Давайте. Старый, правда, 2008 года, где вы, по-моему, глядя там из окна квартиры, говорили про чучмеков, которые там что-то вот там, так сказать, что-то там строят или так делают, да? Кто такие чучмеки? Не окажутся ли среди этих, так сказать, гастарбайтеров Средней Азии, татары, буряты, чеченцы? Ну, значит, чучмеки... Вы же припоминаете и правильно делаете. В этом и заключается задача независимой прессы. Припоминать кандидату все, что он сказал. Я признаю, то есть чучмеки – обобщенный термин, видимо, довольно неудачный, которым там в Москве обзывают в том числе гастарбайтеров. Он, скорее всего, как бы вот в контексте, в котором я произносил, я просто демонстрировал свое отношение к нелегальной миграции, которая у меня совершенно негативная. Но какой-то национальной коннотации он не имеет. Но я признаю, в общем-то, неудачность этого термина.